ходе 10-минутных залпов было допущено более 5000 фейерверков. Условные мишени и порядок выстрелов, от которых зависела картинка в небе, была определена военными с помощью специальной компьютерной программы. Залпы производились из 4 точек города. Парка Победы, парка 300-летия Санкт-Петербурга, Пискаревского парка и Петропавловской крепости. Я напомню, 70 лет назад, 27 января 1944 года, в 8 часов вечера Ленинград салютовал в честь полного снятия блокады 24 залпами из 324 орудий. Это, к слову, был единственный салют во время войны, произведенный не в Москве. В Берлине, в здании Рейхстага,